Да, правда. I'm from Belarus. Естественно. Да. Не, ну, уже как есть. Все равно прикольно. Нам красиво. Я ничего не говорю. Ну просто если бы она была в другом месте, нам бы очень красиво смотрелось. Там очень красиво подсвечено, все, да, правильно. Ну реально, цирк какой-то не такой вот кажется. Максимально маленький. Неподходящий. I drink coffee. Кстати. Ребята, смотрите по факту. С гордостью транслируй себя, того, кем ты являешься. Понятно? Я думаю, правильно. В целом, все делаем правильно. Как делаем? Чтобы вы понимали, вот раньше, когда не было батлов, вот я так и сидела. Когда не было батлов, этих игр, вообще всего, я вот так вот училась со всеми. Ну вот, это было года 3 назад. Я училась... Какой 3? 4. 4 года назад, прикиньте, когда в 8 классе была, я запустила прямой эфир в зале, примерно. Я сидела на лавочке и смотрела, и стримила, короче. Я помню, у меня в руки 30 тысяч, была 1000, там, бежала, кричала. И тебе не нравится. Ну, сейчас мне не нравится, потому что, ну, сейчас капец какой-то стал. Раньше не так много негатива было, я не знаю, как это работает. Раньше я скажу, что очень мало было, сейчас больше негатива. Поэтому я сейчас не люблю так вот одна сидеть. Раньше я запускала эфир. Я же так хотела быть блогером. Ну, как-то не блогером хотела быть, я просто хотела общаться, транслировать себя, как говорится. Ну, потом... Вот, 16 тысяч лайков на лайк, ничего себе. Но потом как-то... А Юлька где? Юлька спит. Ну, Юлька уже, наверное, не спит, но она похожа будет со мной. А зачем тебе Юлька? Ну что ты от нее хочешь? Блин, что у меня... Все, у меня, короче, на стриме есть. Не, я на работе только стримлю. Мне нравится на работе время коротать. Я уже посидела позавчера дома. О, это пипец. Я не знаю, у меня просто не хватает сил, банально. Я не знаю, куда себя деть, я не знаю, что делать. Дома мне как-то некомфортно, как будто бы. На работе я заметила угарный прикол. Думаю, мне не хочется ничего рассказывать. Получается, думаю, я просто сижу стукан. Ну, просто сижу. Зато здесь... Когда на меня так чуть ли не каждый проходящий смотрит и думаешь, я а-ля улю, потому что тут как бы не видно, что у меня телефон стоит. Как здрасте. Вот как тут маслом намазано. Спасибо большое. А дома все, язык не поворачивается. Просто здесь сколько? Я не знаю, как это работает. Нету энергии там. Когда я работаю? В магазине. То есть кассиршей работаю. Подрабатываю просто. Бегаю туда-сюда, какие ничего брать. Все там окей. Мать ее универсальный. Дома некомфортно. Дома, да, кстати, дома как будто бы что-то давят стены вокруг. Да и дома, если чувствую, знаете, как будто бы вот не то что-то. Вот на работе что-то прям вообще, ну, что-то такое. Вайб какой-то рабочий такой. А дома скучно. Прям, ну, дико скучно. Тут, наверное, еще меня, знаете, отвлекают вот эти проходящие люди, где-то эти звуки, кассы, меня это все как-то напрягает. И поэтому у меня мозг все время работает, потому что он реагирует все-таки на эти звуки, на раздражители как-то. А дома раздражителей нету. Дома просто тишина. И ты сидишь вот так вот, просто музыку слушаешь, да? И она как-то успокаивает.
Вот, получается, это как-то так вызывает какой-то такой момо. О, о, блин, это очень грустное произведение. Я помню, я тоже плакала, когда читала. Привет, привет. Гуранит, ансуот, аднадамит, аднорит, норай, пахит. Tumandana, yan, sabi niya. Kaya po, pasabi ko sa sagawa. Не, кстати, сегодня не так холодно, сегодня потеплее. Видимо, потому что еще двери не открыли. К вечеру они открывают двери. А до часа еще нормально, сейчас еще более-менее. Так, более-менее комфортно сидеть. Хотя бывает очень холодно сейчас. Получше, чем вчера, по ощущению. А что без музычки на фоне? Это же Юля музыка играла всегда. Я так музыку, какую музыку ты включал? Вот у меня от музыки, от этого, магазина музыка играет. Которую я дури иногда, потому что мне она надоедает конкретно, я не могу ее слушать. Никого не могу. Иван. Pero sa amin ako'y tutuon natin at naging tutuon tayo sa ating paglilingkod. Yamang binigay na sa atin ang Diyos ang lahat ng kapahayagan. Sabi nga, lahat ng pagkakataon pinagalam na sa atin ang Diyos. Bukod din natin ito gagamitin at susubukan sa atin ang Diyos sa buhay natin. Amen. Kaya po sabi dito, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa buhay na wala ang kapwa. Amen po. Kailangan natin siya. Merhaba. Kim Kamil. Моя Чунчай Фэмис. Эбисэн. Дарьян тайо пара са атин капуа. Дабы пури то са... Абисаду на натин то. Са джан. 316. Аян. Диба са меням. Привет, Брест. У меня была песня недавно, этим летом, вообще кайф. Наконец-то посмотрела на фонарика. Потом включают, зажигают фонари. Не, у меня нет застреленных. Вот. Нет застреленных. У меня сестра Аня. Natin sa sayang yung pagkakataon pinagkalaw sa atin ng Diyos. Hindi tayo mamamarating patay, sabi nga, sa lahat ng bagay. Sabi po kasi niya dito sa Roma 5:8. Roma chapter 8. Verse 5. Po, dyan, verse 5, chapter 5. Pabalik tada. Verse 8 po. Sabi niya, надо кого-нибудь позвать. Guys, I will restart my broadcast, okay? I will write my friend. Слушай, да. Слушай. Yes, слушай. Thank you. Okay, maybe I will send... Ngayon nalaman natin ang buhay pala natin ay hindi sa atin mula. Ayan. Hindi sa atin nagmumula ang buhay natin. Kaya, ay, sige, kaya kung sa pananampalataya kay Jesus,
umaasa tayo lagi sa kanya. Amen. Yes, I'm so. Привет.